И всем привет, с вами мистер Блэк. И сегодня мы поиграем в игрушку под названием Майнкрафт на версии 1.7.8. И сегодня у нас, сегодня у нас обзор сервера. И я снимаю не один, а с... Гори! Так, ну что ж, я хочу рассказать о сервере, который называется Майнкрафт. Так, ну, я здесь уже начал хорошенький, как бы, летсплей. Так, ну что ж, первым делом я покажу вам спавн этого сервера. Так. Ну, так, давай прогружайся. Как видите, здесь у никого нет ников. Каких ников? Скинов. Потому что это надо отдельно покупать. Ну, не покупать, как бы это сказать. Это и ник. Да какой ник? Скин? Надо заработать на самом сайте этого сервера. Купить. Да, ну, как бы да. Наверное, купить. Также вот такой вот спаун большой, туда я не буду идти, ну там то же самое. Тут есть мини-игры. Вот, к примеру, сплив. Так, что у нас тут еще? Скайблок. Так, давайте туда придем. Так. Castle Wars. Ну там типа перестрелочка. Hunger Games. Так, что ж еще? Castle Wars. Так, Flappy Bird, ну вот это такая штука, типа паркура. Я сейчас покажу, что это за шняга. На самом деле очень Flappy интересно. Flappy Bird — это Flappy Bird, который все играют. Ну да. Ну, как бы это в Майнкрафте. Ну, прикольно на самом деле, фигня. Так, ну вот, мы телепортировались. Это трудный Flappy Bird. Вы здесь вот так вот должны, типа, как Flappy Bird, не касаться ничего. Ну, короче, у меня не получается. Так. Так, мы выходим отсюда. Так, и где у нас конец? Мы туда уходим. Так. Этот сервер не лицензионный, он для пираток. Ну, конечно, если у вас лицензия, вы, конечно же, сможете на него найти. Так, IP-сервера я, конечно, оставлю в описании. Ну, и сам сайт сервера, если вы захотите на нем поиграть, я тоже оставлю в описании. Так, что ж, вот у нас Hide and Seek, прятки. И что у нас? Так, Flappy Bird. Там же портал недостроенный. Так, вот сюда вот, давайте. Так, жалко, Hide and Seek еще не работает. Она раньше работала, но что-то закрыла. Да. Ну, это жалко. Это плохо. Так, это ладно. Печалька. Да, печалька. Так, давайте в Home. Ну, в общем-то, это мой дом, но это вообще уже не имеет значения. В общем-то, я рассказываю про сам сервер. Ну, этот сервер, конечно, не из самых лучших, не как Random Craft, к примеру, один из самых лучших пиратских серверов. Ну, его даже нельзя сравнивать с Hypixel, потому что Hypixel в раз 500, что ли, лучше этого. Ну, мы с Грейл решили... Он игровой. Ну да, как бы на Hypixel тоже, но там очень много лагов. И сейчас мы играем на пиратках, да? Эй, ты пирачек. Ага. Вот домик, Windows XP, жалко, поддержка. Привет. Привет. Чё делаешь? Ну, жду, пока барашек вырастет. А я в Майнкрафт играю, так что видос снимаю. Сюда иди. Так, ну что ж, не будем как бы на видео уже играть в это все в Майнкрафт. Рассказываем про сам сервер. Сам сервер чуть-чуть загриференный. Как сказать загриференный? Ну, я сейчас кое-что вам покажу. Грязноват, короче. Вот видите, вот тут можно строить столбы, это очень плохо. Как вы видите, вот он полностью практически, извиняюсь за выражение, засеренный или как-то так. Ну, просто люди не обращают на это внимания, но и админам на это тоже, наверное, как-то пофиг. Вот это единственное ограничение, то, что я могу сказать о самом этом сервере. Самим на этом сервере я вам рекомендую поиграть, потому что тут очень добрые игроки. И хочу вам сказать, так, слышь, смотри, приди ко мне в дом. Ну, приди сюда. Я сейчас, когда вы проливаете свою территорию, ну, дом или какую-то либо другую фигню, у нас устанавливается автоматический флаг PvP off. Точнее, PvP выключен. Так, иди сюда. Вот где он, ТР? Ну вот, смотрите, я в Югре, вы находитесь в регионе без PvP. И то же самое, что он.
А животных тут можно бить, но я не буду. Барашек хороший. Ты хороший барашек. Так, ну что ж я еще могу сказать о этом сервере? На этом сервере есть, есть разные биомы. Здесь админ сделал так, эндер. Админ сделал... Нет, он не тебяхнется ко мне в дом, ах ты, нет, он может. Ну, ах ты, сволочь. Ненавижу. На этом сервере, так, что же хотел сказать. На этом сервере админ сделал так, чтобы могли спавниться данжи. Это вообще круто, данжи, деревушки там. Ну, если вы захотите посмотреть все, это все разгрифлено, и все уже запривачено. Также я хотел сказать про дебилизм. Тут привачат кактусы. Чувак! Так нормально. Примачить кактус. Даже барашек не понимает. Да, кактус. Но они же не очень умные. Кактус? Как можно примачить кактус? Вот ответь мне на этот вопрос, барашек. Единственное, что я люблю в барашках, это то, что у них иногда из носа торчит угол их тела. А да, это вообще прикольный баг. Или это лак, или что-то из этого. Ну, короче, вы поняли. Это текстуры. Да, это текстура. Так, что ж, давайте поднимемся на второй этаж. Так, ну как я уже и говорил, сервер... Меня стреляет хач. Кто? Хач. Скелет? Ага. Я так и знал. Ну как вот, видите, сервер полностью засранный. Также на этом сервере есть обновление. Как бы вот тут вот в левом углу написано, через 7 минут создается раздача. Много железа, ну короче, руда. И то, что вы получили на раздачу, вы это как бы забираете на сайте сервера. Да, на сайте сервера. Но есть такой прикол, что там как бы ты должен онлайн находиться в игре, чтобы получить все, что ты получил. Да, если ты это заберешь без онлайна, ну это просто у тебя не будет. Он просто тебе скажет, что нет, если ты не онлайн, да, это будет печалька. А иду сейчас. Свои 9 железа. Так, сейчас надо... Давай, что ты мне сделаешь? Косой, косой! За Спарту! Слушай, я не знаю, может я буду снимать видео, может и нет. Как получится. Ну, чувак, без проблем. Так, конечно, канал... Канал... Ещё, скиньте ссылку на мой канал. Да-да-да. Ссылку на канал Грея я скину в описании. И, ну так что все, в общем-то, в чем заключается вся фигня этого сервера, его описание, как бы IP, конечно же, в описании, ссылка на канал Грея в описании, и ссылка на сайт тоже в описании. Так что всем спасибо за просмотр, с вами был мистер Блэк и Грея. Ну и так, всем удачи и всем пока.